Всем привет, это Бенджи, и мы сегодня будем пробовать делать школу-лол-гайд. Посмотрим, что у нас из этого получится. В принципе, что у меня получается? Соло рейтинг всего 2к ммр. Думаю, труда не составит, как ничего запортачить. Ну, исходя из традиции школа гайдов на лоприори, не было фагу. Заранее фиду эти катки. Поэтому пока поиграем с нормальными, надеюсь, адекватными людьми. Хотя тоже не факт. Итак, пока идет поиск игры. Будем ждать поиска игры. Так вот. Ладно, смотрим шмоточки, что есть. Так, магазинчик, арсенальчик. Кстати, тут предсказание неплохие шмоточки себе выбил, пару петиков. Один два, как уродливый петик, посмотрите. Вообще полный бич. Ну, в принципе, если на родомен выпадет, надо будет открыть, проверить и сразу же его пропустить. Абадончик еще есть. Ну, ты же так себе. Ну, кому-нибудь парень как сойдет. Че у нас? А, да. Мы тут донатили на компендиум. У нас есть куча иммортал шмоточек. Так. Филиппов. О, почти целая страничка Immortal шмоток за судьбу аккаунта. Здесь от полного шлака, да, достаточно неплохих таких вещей. Прошло уже почти 2 минуты, игра так и не находит. Печать, беда. В принципе, я думаю, ни я, ни вы никуда не торопитесь. И поэтому можно подождать. Шапка. Маска на СК тоже не одета. Почему? А, потому что одета другая маска на СК. Ну ладно. Есть даже такие классические морковки, еще прошло интернешнл. Масочка Акса. О, нашлась игра. Интересно, она запустится у нас с первого раза или нет? Что у нас готово 10 из 10. Так, Dota Info, Dagolan, Никры, Нифуза, Трево. Можно улучшить, повторно купив рецепт. Запомните, это очень важно. Так, посмотрим на нашу тиму. Так, Марк, рыжая дочка, парочка азиатов. Думаю, неплохо заскал. Пока серия посмотрим, что за дочка хотя бы. Так. Дочка думовская. Убийц 1608. Не, ну все же знают, руну можно отдельно купить и потом его только поставить. Не обязательно самому качать. Так. 62 уровень. Все остальное скрыто, немного похоже, что здесь. А, думаю, сыграемся. Так. По уровню команды уже сходим. Ой, пик. Итак, ферст пиком случайного героя. Итак. Да, возьмем сразу задание. И мы сегодня делаем гайд на Сан Кинга. Так. И шлема. О, ражный. Ладно, она будет автоматически. Немного подлагивается. Ну, думаю, это... Так, думаю, это пройдет с временем. Пока настроим все плейлист. Как раз припасть классный плейлист для тащика. Посмотрим, поможет мне за что-нибудь катку или нет. Так, у нас еще 30 секунд. Считаем, что это школа гайд. Так как КСК считается основным саппортом, мы будем стараться сделать у него хардхерри. Посмотрим, как у нас из этого выйдет. В принципе, у нас есть Варлок. Думаю, он догадается, настоятельно купить Куру и Варды. Потому что мы этого категорически делать не будем. И вот, 5 секунд до старта. Погнали. Не похож запас золотишка. Так.
О, у нас еще есть слава. Класс, он купил фуру. Так, что нам понадобится для Керри? Ладно, фастом возьмем топок. Думаю, что там можно будет из них фузи сделать. О, точно. И возьмем... Да, просто хватает. И возьмем основу... Ладно, не слышу. 30 секунд до батл. Ну, у нас есть Пуч. Пуч будет на миду, он как раз мидовый персонаж. Ну да, пусть будет он на миду. Мешать ему не будем. Так, вот что мы скачаем сразу. Так, ладно, идем. Попробуем начать уровень. Так, Санскин упустили урона. Ну, думаю, ничего страшного. Так. Так, счет уже 1-1. Странно, сколько мы перерадовался. Предсказал, наугад. Так, и первым же слили у нас Суджа. Красава. Притом АИМ что-то... Ой. Блин, что за гадость? Ну, песочка нам прокачать нет, у нас отца нам будет убивать. Хотя можно будет вкачать, если что, идем в крайнем случае. Бегу, скоро бегу. Так, кто-то там бегает. А, у нас дабл мид. Классно. А, чё, ворол выходит? Помог бы другу Пуджу, там как раз что он стоит. Хилочка, пусть бы воняла. Морлок бы хилил. Так, получу Асанскрин. Получу. Оп. Спрятали сразу же. И никто нам ничего не сделает. Ой. Зря ты такой. Неплохо. Тем временем у нас потак, ладно, подождем на базе. Байбек. Ладно, ничего страшного. Тем временем накопилось на золото. Ванды у нас полностью готовы. Допашимся назад. Попробуем помочь. А что Ворлок помогать? Он так сильный у нас. Нас уже раздамажило, это неприятно. Ну, просто был наглеть и сидеть в песочке. Пока не придет Леон и не вставит нам гриндов. А думает ли он это сделать? Кажется, нет. Поэтому спокойненько тихо пофармим. Ау. Ау, это все, что мы что-то искали, но... Ты ударил меня. Ну, хотя нет, не все. Ворлок что-то пытается сделать. Не суть важно. Продолжаем пока. Парни! Получаем стейк, песочки у нас нету. Огребаем еще от клинера. И думаю, что качать нам дальше. Да, подкачаем издевательство. О, блин, а танга нету. Это печальная история. Танго, манго. Тра-ла-ла. О, нам дали танго. Класс. Ладно, отступаем под башню. Мы по ней, наверное, еще гребем. Нет, не гребли, смотрите. Так, посмотрим. Ну, здесь два рыжа. В принципе, особо тут ничего не поделаешь. Пока у Леона есть мана, у Леона есть стан. Пока у Леона есть стан, я могу огребать. Ой,
Мы еще даже умудряемся фармить. Так, отступаем, отступаем. Ха. Красавчик. Блин, и всех застигли. Это очень неприятно. Но тем временем у нас хватает бабла на шизе. Ну, так, продолжаем дальше хранить. Насчет пассивки, вот эти фарм вообще очень классно выходит. Возвращается Леон и пытается нас убить. Барло, конечно же, нас не снимет. Клинт на изи, и надо валить. Барло, наверное, сейчас даст нам хил. Блин. Тем временем прошел еще шторма Труган. Блин. Кажется, игра будет забавной. Так, мало маны, кого хилить? Тебя, меня? Какой у нас сложитель ворлок? Блин. Да, я даже не знал, что ему... Арканы есть. А я ему не хуже сдался. Продолжаем пытаться фармить. Ой, там наш шторм. Это неприятно. Принцы есть. Не получилось с разворотом. О, тут еще компашка подбежала. Тут там сейчас и сейчас полный хп, с полной маной. И будем дальше пытаться тащить игру. Да, 0-2-2. Это только начало. Скоро у нас через пол уровня уже будет ультимейт. Ну что, у нас первый скилл вкачан на единичку. Блин, у меня как бы полная мана, полная хп. Ни арканы не особо. Ой. Шторм все еще здесь. Фармить им просто божественно. Ой, нас достали. И никого не вылезает. Печальная история. Ладно, идем пофармить. У нас есть ульт. Твою ж, Леон.
я рефлекс. Сорян. Пока не лезь. Давай лучше я на маны накоплю. С големом уже пойдем. О, уже есть голем. Классно. Yes, indeed. Блин. Жалко, что по части через 3. Даже можно было... Как называть правильно? Эпицентр. И с первого скилла влетит. Что-то там хочет клинс, но без просветов на уму ничего точно не сделать. Это только 2 ванда. 30 хп, 30 маны, хотя у меня фулл маны. Хотя да, у меня уже есть 6 уровень. Может сделать раунд, да? Не знаю, что он спросил, но... Я полностью. I'm under attack. No yes. Сейчас мы его догоним. Что, Боня выжил? Ай да пуч! Класс, я достигнул. И правда музычек дотащил. И качает, и забирать помогает. Так, поможем тебе Суджу на миду. Так, пушер из нас гакущий. Давайте возьмем фларики. И попросим курьера принести. На топе какая-то движуха. Но мы туда пока не пойдем. Пусть там кто-то собирается. Да, я вижу. Я фармлю. Ой, чё. У меня маны всё равно не потихом. Твою ж дверь, там ДД. Мне нужна мана. Где врлок с арканами? Где курьер? О. Основную ману. Как вариант, можно сходить помочь Варлоку. Он даст аркану. Я что-нибудь еще дам. Бала-бала-бала. Бала-бала-бала-бала. Музыка качает. Антимаг. Ловишь дивизию. Yeah. И мы потихонечку. Ой, Леончик. Это единственный, кто сейчас раздражает больше всего. Он и стан даст, он и магну подсосет. Ой, АМчик. А у меня песочек не откатился. Постынь под башенкой. Ашколяло. А вы ретру, а школяло. Yes. Какой хороший ворлок попался. Все для меня, все для. Бля, бля. Так, что у нас? Сало отдалось нам? Временно миду
туди на башню. Radiant's courier has been slain. Да, все правильно, пока курьер шел до Варрока. Локлинс. Мы убили Славик. Подарок. Ладно, Клинс отошел. Блин. Мне неприятно чувство, что они хотят меня забирать. Да, я зафейл эпицентр. Ну ладно. С кем не бывает. Посмотрим, что из этой гадости можно собрать. Что-то эльвизное, что-то на скорость, что-то на травму. О, давайте вот это заберем. Думаю, это нам поможет. Да, мы как раз верим. Ой, хп-то не свой много. До руны еще полминуты. The enemy's bottom tower has fallen. Radiant structures are fortified. Your top tower is under attack. Назад. Так, ему надо все-таки песочек вкачивать. Ва, как мило. Что у нас уже у Джаги? О, у Джаги есть манго. Манго дает одну регенерацию здоровья в секунду. А если есть, он доходит 50 маны. Это хорошо тем, у кого мало маны, но будет кастовать. Ну да, бред инфа. Специально для вас. О, Клинт. Божественные хюки. И тем временем... Что мы делаем тем временем? Да, правильно, тем временем мы идем фармить на топ. А что здесь можно сможем выфармить, узнаем уже скоро. О, сразу четверых. Вообще красиво вышло. Ко мне Бонни бежал. Ну, для паузы у нас ничего нету. Ну, это нам и не нужно. Мы фармим хэп-боги. Глобал. Да, давайте попробуем скушать верхний тавр. Пока все разборки идут, где-то непонятно. Крипы. Мы пытались, скажем так. Не, ну 2-4-4. Ну да, для КРСК это слабовато. На что-то собрать на ДПС. Не, хотя один на один там. Так, что у нас шанс травмы 15%. Замедлялка. Замедлялка атаки, травма. Что это у нас активирует, запрещает цель атаковать. Это вообще шикарно. Пассивка каждая атака получает жизнь травму. Сочетает сквозь умывание, сквозь источники наклонения. Ну это нас не особо интересует. Да, погнали на них. В этот раз возьмем все-таки ТП с собой. На случай, если ближайшие минуты у нас не будет, а потом понадобится. Больше яда. Противный путь.
Оп, зря фризы что ли брали. Бежим ускоренно. Подкапываем. Быстренько снова. Это было страшно. Надо будет как-нибудь собрать. Ну хотя не думаю, что мне долго придется. Но все равно. Так, у меня уже и агоним скоро. Уфу, варлока скоро будет агоним. Вообще классно. Есть ощущение, что мы даже затащим. О, тем временем Дарун остался 10 секунд. После того, что мать рандом подготовила нам на этот случай. Так, 4, 3, 2, 1. И это богатство. Теперь нам почти никогда не дало. Поэтому пойдем попробуем сделать что-нибудь в марте вниз. Не, подойдите, арканы. Вот, класс, будут арканы, у меня почти целая мана. Так, перед пыжом еще не стоять, это плохая примета. Зала все-таки забирает. Печально это слышать, видеть. Сколько же эта хрень стоит? Это называется. Талисман 1800. Нам еще надо сколько. Остался всего лишь полтинчик. Цепочка. Думаю, в втором страхе почти всю ману. В ближайшее время его можно не бояться. В игре у нас осталось лишь 12 золота. Блин, чё я на фидоне успею быстрее, чем... И опять зала. Ладно, нам надо в тайную. Ну, да без проблем. Хаста. Замечательно. У нас путь теперь очень быстрый. Еще у меня ТЗ. Ему. Опа. И у нас есть новая штучка. На безмолвливание. Так. Да, можно кидать на это. Блин. Я хочу фармить. О, шторм. О, шторм не сможет. Но почти с салом. Ой. Я спалился. Как неудобно получилось. Мой крипой, мой. Подонки. Так, посмотрим. Давайте через этой хрени соберем еще вот этот. Что не ловко очистить, когда мы тут маленькие. И попробую много. И у нас не хрена не вышло. Нам очень вот. У меня нет маны даже на ТП. Так и видно. Как-то не поменяюсь он.
Два у меня есть мана. И у меня есть фарм. То, что у меня есть фарм, это очень важно для команды. Оп. Да, это определенно важно для команды. Давайте станем еще немного пожирнее. И продолжим наше путешествие. По древней традиции у нас опять-таки нет маны. Нам даже не удается. У нас стрёмное ощущение. На определенно что-то надо поискать. Я не вижу зачем. Так, у нас есть на подбух. Это классно. Так, не знаю, почему говорят, но мы еще входим. Ну, ладно, попробуем пропушить, хотя у меня такое ощущение, что сейчас нам уже надо вернуться. Да, мне определенно вставят втык, но... Хотя они, наверное, думали, что я ушел. Так, он уже идет ко мне. Ну, блин, вы издеваетесь. Я только пришел. Супер. Сало не сбивает ТП. Сало. Припомните. Арчидом сало. ТП не сбивает. Это уже один плюс. То, что я выжил опять. И мне ничего не собрать пока что. Ладно, возьмем 2 ТП. Теперь нам никто не ТПшница, да, продадим их. И возьмем одну только ТП. Блин, наверху мы успеваем, когда это слишком долго, потому что мы уже ворблок. И у нас есть замечательная мысль. Пойдем пофармим наши леса. И увидим, что из этого выйдет. Тем временем у нас опять идут. И в наших лесах уже на небо. На небо еще клинит. Так, пельмени толстый. Торф, иди, наверное, к нам. Yes, ну, в принципе, пока неплохо получается. Мало, там мало заметил. На мид. Ладно, мы отпугнули шторма, это уже отличный ноги. И пусть всех захвормил. Это хреново, но... Денечки потихонечку идут. Пару убегает. И у нас есть ТП на отход. Да, нам здесь придется их манипулировать. Мы спокойно забираем Леону. Забираем фан. И скорее всего умираем. И да, ему успеваем застигнуть. У нас есть денежки. Сейчас денежек будет еще больше. Скалолайк, то хил. Закололайк мне.
Ритар. У меня нет маны. У меня слишком мало маны. Да, мне даже на подкоп не хватает. Ну, фармить вам будет без маны. А, погнали нести их уже. Так, карканы в КД. Это печально. Ой. Ну вот, меня увидели. Шесть радов, я не успел вау получить. И это GG релиз с исполнением команды света. Так, я сейчас 20 не хочу. Крипы. Вот так вот делать не стоит. Было немного неприятно. И все же. Так, где у нас так скрытый? Ну, что-то все умирает достаточно быстро. Да, гему ни у кого нет, есть горды. Но этого мало. Вот, фантомка. И это размен. Очень удачный какая типа. И через 3 секунды мы снова появимся. И мы идем в парни топ. Так, нам нужно еще 550 золота. И у нас в кармане будет Саша и Яша. Нет, по-моему, так еще, так что фармим автоатака. И достаточно успешно фармим, хочу оценить сейчас. Так. Точнем плюсик. И стало все еще жаловаться на размер. Да, автоатака фармить очень классно. КП будет только через 3 секунды, тем временем компьютером пытаться зайти на ХБ. Ну, как пытаются, они вряд ли шли. И курьер идет к нам. Ну, хотя нет, место было бы одно, можно было бы заказать успех. В то время такое очень стрёмное ощущение, что выдвинулся народ ко мне. Не суть. Так, заходите, заходите. Блин, не больно. Ну всё, пора их ломать, потому что у меня уже 10 минут осталось до работы. Точнее, до выхода на работу. Да, мы зафейлились. Зато у Джаги нет больше ульта. А, ну у Джаги огонь. Погнали вниз, доломаем уже. И от них огонь перевалимся. Да, синий с вами херня. Пока не идут, у него так. Чуть надо, вот лучше по миду давай проломаем, а потом на низ перекинемся. Вы что, на низу у нас еще ты первый стоит, на идти от него. Это самое удобное близкое место. И там нам меньше всего давали втык. Где уже дело идет? Он башит? БФ башит? Что? Алибардом? Саша и Яша? ТП. И бомбинка. И мы с бешеной скорости бежим. Пытаемся за... Ну как, попарить. Ну чё, на первый пачку какого-то не успеваем. Упыжающий их перезаряжает. Это очень приятный вперёд. Ну, мы удачно всё упарливаем. Со временем тогда переходим на низ. Здесь есть фарм. Так. Посмотрим, что и Саша сдает нам только с мостом. Увеличивает шанс травмы, вынуждения.
Я скажу всем с шмотками из Саши. Думаю, это будет мило. А, так он уже не стрелит. Чё, мы стреляем, всё, заходим по ним, и всё. The enemy's bottom tower has fallen. Dire structures have crumbled. Fresh light! You're expecting Sandy Claws. Skins, brothers. О, у нас есть ваше золото. Да, это у нас пол. Ай, ну вот, я хотел помочь. Не, мы уже не справим задачи. Как я вам приспособил, это он почти добьет. Почти добьет. Не, ну они еще могут делать классный комплект, у них есть живой клин. Да еще ты джаг возродится. Ну, хотя у них уже не с две стороны. Падает. Да нет, ну не падает, там не хотят крипов. Ну, даже не крипов, а героев. Хотело бы героев. А, сутанки. Потом тут сутанки. Я вообще шикарный. Так вот, идет 36-я минута. Мы не знаем, куда будет конуться. А, пошлите наверх. Понадеемся еще, что у нас здесь лежит хоста. А, если там лежит хоста, это у нас очень шикарно все уже выходит. Invisibility. Когда даже вот так вот я не знаю, что пытаюсь тут сделать. Что за божественный наряд? Здесь даже подозрение, что есть там вампир. Ну, не суть. Идем поможем Пуджу. Ванды, 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 ванды. Уходим, уходим, уходим. Не успеваем. Класс, мы еще и выживаем. Молодец, морда. Веселимся на ОКП.
Ну, Барлов там еще помогает. Of course. The enemy's middle tower has fallen. I need mana. И... не успеваем ничего не есть. Killing spray! Double kill! У нас появляются деньги на Сашу. Класс. Теперь из инвизума можем выходить. А, нет, еще не можем. Все же через 600 золота. А то есть через вот эти две казармы. Магов почти нет. Это что такое уже? Думаю, Варлок еще раз хватит наглости и сил. Начни с поля. Вот стой. Варлок еще рекурирует. Красота. Где ты, я? Как он? А, я бы хотел забрать. Ну, поднялся. Ну, антимага я забыл сам. Блин. Я знаю, что мне не хватает, но это вряд ли успею хранить. Еще нет. Не разобрал, пока что нет. Там наглый клин. So you say. Блин, меня обломали на курьера. Ребята, ну зачем вы один барак оставили? Ну капец. Да, я его все-таки забираю. Класс. Так. Блин, он уже в пробочках. А, не сюда, сюда. Его пока у меня не прожимается, пока Саша ешь. Иди сюда. Так. Бегу. Погнали, донесем от барак, сделаем мега крипов, будем их уже не скинуть на прощение. Голос. Блин. А я ушел, как-то. Куча дымана там сейчас. Yes. Я не стал на ману. Иду давать вижен! Вижен! Ладно, иду забирать Эма. Думаю, у меня не закончится ночь, чем он стал забрать его. Я еще и спалился. Yes. I'll send you down to the lobby. Катапульт оставлять нехорошо. И что вы там вдвоем только делали? Over here now.
Ребята. Это было опасно. Надо нанести барака. Я не знаю, что без него шока просто. Всего лишь 2 секунды, 2 секунды и... Ты очень крутой чувак, отвечаю. Батя на меня. Чего с этой меня не выпить? Сало! All flesh is sand. Отомстите его за меня. О, он уже отхилился. Так, ну... И это уже точно. Время у нас еще 40 секунд. Говорят, соскать в могут только уйти. О, Дага залетел на сердце. Получил стан от Бэма. Что ты пытался сделать с полуманой? У меня еще 2 заряда бутов. 1 заряд бутов. И он даже не может. И это, товарищи, так. Спасибо, камень дней. Скорее всего, это... Да, гайдам это не выигрышаем, почти ничего вам не... Что там почти, я вам ни хрена не объяснял. Так что это будет летсплей. До новых встреч. И... Дурите хуйни, побеждайте.